Видео подготовлено сайтом online-gdz.netgeometry, 7 класс, автор Мертеляк, задание 289. Прямая А параллельна стороне АБ треугольника АБС. Может ли прямая А быть параллельной стороне АС стороне БС? Давайте изобразим произвольный треугольник АБС и проведем прямую А параллельную стороне АБ. Значит, прямая А параллельна стороне АБ. И нам нужно ответить на вопрос, может ли прямая А быть параллельной стороне АС или быть параллельной стороне БС. Вообще-то не может, но для того, чтобы доказать это, мы сделаем противоположное предположение и запишем так. Предположим. Прямая А также параллельна прямой БС. Тогда что у нас получается? По построению прямая АБ параллельна прямой А. И наше предположение мы сделали, что прямая БС также параллельна прямой А. Получается, что две прямые параллельны третьей. Тогда в соответствии с теоремой эти прямые параллельны, то есть АБ параллельно БС. Но мы получили противоречие. То есть что противоречит условию? А что у нас в условии? В условии сказано, что АБ и БС – это стороны треугольника АБС. Давайте запишем это так. Прямые АБ и БС пересекаются. Вот так, прямая АБ пересекает БС, и пересечением этих двух прямых является точка Б. Мы получили противоречие, значит, наше предположение о том, что А параллельно БС, неверно, и значит, АБ не параллельно. Ну, вот так запишем, не параллельно БС. Аналогично, если мы проведем доказательство, логично, если мы будем рассматривать сторону АС и предположим, что прямая А параллельна стороне АС, то точно так же придем к противоречию, потому что АБ и АС пересекаются в точке А. Значит, А не параллельна АС. И тогда отвечаем на вопрос задания. Может ли прямая А быть параллельной стороне АС или стороне БС? Отвечаем на этот вопрос нет, не может. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.